Всем привет! А я сделала вот такой новогодний ананас. А вам нравится это или нет? Если нравится и вы хотите сами сделать своими руками ананас, я вас приглашаю в группу телеграм-канала своего «Очумелые ручки». Пишите мне, и я буду вам всегда очень рада пропитывать вас новой энергией, энергией позитива, счастья, а также радости и здоровья. Особенно, когда вы делаете и творите это своими руками. Ну а если у вас не получается, не расстраивайтесь. Эти поделки возможно легко продать. И я вам с радостью подарю ананас, и не только его. Счастливо, до связи. Пишите мне лично в сообщениях. Буду вам очень благодарна. Пока-пока. С вами была я, Наталья Гудкова.